Короче, я еще запомнил, где тут такое, как что тут. Всем привет! С вами Макс, и сегодня мы опять же вернемся в Блок Страйк. Да, я решил вернуться в Блок Страйк, потому что я уже немного поскучал к этой игре, а Fan of Guns я вообще удалил. Ну, потому что мне, во-первых, эта игра лагает, во-вторых, в нём неинтересно играть, в-третьих, там неудобно стрелять. А за то, что я вернулся в Блок Страйк, первое, в нём хорошо стрелять можно. Во-вторых, он не лагает. В-третьих, он охренительно крутой. Ну что ж, давайте посмотрим мои навыки. Надеюсь, они у меня остались. Ну, вчера я играл, у меня, я 55 убийств. Давайте зайдем на какое-нибудь выживание. Это же, конечно, раньше был мой любимый режим, но теперь он почти мой любимый. Короче, я еще запомнил, где тут такое, как что тут именно. Но, честно, я не хочу больше играть в эту игру. Тьфу, то есть в этот режим, потому что он уже немного бесит. Ну, я сейчас играю за зомби, а за зомби мне неинтересно уже играть. И мне этот звук задолбал. Лучше бы разработчики изменили этот звук. Я же уже играю за человека. Давайте посмотрим. Остался на зомби выживание или нет? Ну, конечно же, нет. Не, ну, конечно же, я не люблю зомби выживание. Потому что, ну, я не знаю, почему. Я не знаю, как вам это объяснить. Давайте просто подождем. Блин, ну, правда, чувствительность у меня что-то похреновая. Давайте я поменяю. Что я наделал? Я вернул свою чувствительность. Теперь мы можем дальше играть. Что я наделал? Блять. Что я наделал? Что я наделал? Давайте поиграем в другое. Ну вот вам не кажется, что услышите тоже эти звуки? Это как бы звуки нажатия. Но в БС этого не было. Но кажется новое. Надеюсь, вы тоже это услышали, когда поиграли в это. Конечно же, это гонка вооружений, друзья. А что это сейчас было? Повторите. Чёртовый автобаланс. Ну ладно. Да вы откуда сидите? Блин, вот неудобно, когда игрок идет туда-сюда. Это тоже бесит. Ненавижу это. Такие тупые игроки, которые туда-сюда, а попасть их не могут. Вот в чем минус. Кастомные карты. Да, это именно пацаны, кастомные карты. Но, к сожалению, тут проблемы с освещением. Тут как будто светло. И вот, посмотрите на меня. У меня рука черная. Я похож на Сиджа из GTA. Так, и что ж, у нас тут коробки. Мы должны по ним прыгать. Это, конечно же, паркур, естественно. Так,
Не, ну это какой-то лабиринт вообще. Так что тут сложновато как-то проходить. Не, ну я, конечно же, сниму это прохождение. Хоть прямо сейчас. Так что давайте посмотрим, как я буду это проходить. Не, пацаны, я не буду снимать сейчас это прохождение, потому что тут слишком сложно. Как бы тут можно побыстрее заблудиться. Следующая кастомная карта вот такая вот. Это прятки, в скобочках дом. Вы просто посмотрите на это. Как автор, ну, как там его, Джин Дога. Посмотрите, как будто это круглый шрифт, но он добавил тут этих квадратных блоков. А что это? Ну-ка, посмотри. И даже тут есть пасхалочки. Некоторые. А, нифига себе. Очень много пасхалочек. Прям очень. Так что, вот такой вот домик. Следующая кастомная карта, это же, конечно же, город. Я ее снимать буду. Но сейчас я снимаю про то, что меня давно... БС-ки не было. Посмотрите на это освещение. На эти тени. На этот пустой клуб. Я даже заходить сюда не буду. О, а вот и люди. Подожди. Не, ну прикольно тут. Если не знаете, что это за карта, то эта карта называется «Город версии 2.0». Прикольненько. А это что? Не. Не. Ну, кажется, это конец города. Надеюсь, кажется, карта будет продолжаться. Надеюсь так. Не, ну если вы будете играть со старыми картами, то у вас это не получится, потому что... Ну, так раунд сказал на стриме. Конечно же. Ну, так что вот так. Ну что ж, а на этом все. Всем пока. С вами был Макс. Нет, наоборот.